Привет, я Лунтик, я снова с вами. Кинозвезды. Браво! Браво! Большое спасибо, друзья! А сейчас я хочу пригласить сюда актрису, сыгравшую главную роль в моем фильме. Ура! Да! Пупсик, мы ведь с тобой такие классные. Почему нам не хлопают и не кричат «Браво»? Потому что она звезда, а мы нет. А я тоже хочу быть звездой. И я. Ну-ка, пойдем. Мила, ты должна снять нас в своем кино. Смотри, как мы умеем танцевать с цветами. Вы не очень подходите. У меня красивые фильмы, а вы смешные. Да. Ничего, мы не смешные, мы величественные. Понятно. Пупсень, пойдем сами кино снимем. Пойдем. Пупсень, а какое это будет кино? Страшное. Все будут бояться и признают наш талант. Здорово. Мы покажем очень страшное кино. Ужастик! Главные роли исполняют самые лучшие актеры на свете. Вупсень и Пупсень, то есть мы. Лунтик, крути! Теперь все поймут, что мы кинозвезды. Ага! Вупсик, а почему они опять смеются? Потому что ничего не понимают в искусстве. Идем, снимем другой фильм, попроще. Кино про любовь. Мелодрама. Не понимаю. Кино про сыщиков. Детектив. Мы им кино. Не хохочу. Ай! Пупсень, Пупсень, почему вы опять убежали с показа своего фильма? Нас никто там не принимает всерьез! Мы танцевали, все смеются. Мы пугали, все смеются. Мы искали преступника, тоже все смеются. А мы так хотели стать звездами! Да вы и так звезды! Настоящие звезды комедии! Комедии? Да, это такое кино, где зрители и должны веселиться. Пойдемте, вам же там все аплодируют. Правда? Ну, конечно. Браво! Браво! Так Вупсинь и Пупсинь стали кинозвездами и поняли, что их призвание – веселить зрителей.